Дом. Ракушка. Вот такой необычный дом построил архитектор из Екатеринбурга Юрий Гайдуков в поселке Тавату Свердловской области. Дом в виде ракушки. Это совершенно необычный дом, в нем нет, например, окон в том виде, в каком мы привыкли их видеть. Роль окон тут выполняют выступы по углам ракушки, где вход в дом ракушку ведет. Сразу на второй этаж. Да, в доме три этажа. На первом, то, что скорее можно назвать подвалом, находится холл, библиотека и рабочий кабинет, на втором столовая и гостиная. А на третьем спальня. Также на каждом этаже есть санузел. В целом, несмотря на чудаковатость и необычность этого сооружения, внутри там очень даже уютно, по крайней мере, судя по фотографиям. Я бы с огромным удовольствием пожил в таком домишке. Смотрите еще несколько фото под катом.